День рождения не только повод встретиться с приятными людьми и послушать добрые слова в свой адрес, но и хорошая возможность подвести промежуточные итоги и лишний раз удостовериться, что выбранный курс по-прежнему верен. Чем стало национальное телевидение Чувашии для зрителей, друзей и партнеров, узнаем у них самих. Национальное телевидение Чувашии работает всего 5 лет. Срок и при современном ритме жизни небольшой, а уж в масштабах истории вовсе крошечный. Тем более приятно, что даже за такое короткое время у нас появилось столько друзей. Я думаю, что если бы национального телевидения не существовало, то его нужно было бы прям вот срочно, прям вот сейчас создать. И очень хорошо, что 5 лет назад было принято все-таки такое нелегкое решение о создании своего национального телевидения и радио. И понятно, что в информационном пространстве республики значение нового телерадиоканала переоценить просто невозможно. Это мое любимое телевидение, любимый канал, потому что вы отличаетесь самобытностью. И я вообще, если оглянуться 5 лет назад, я очень рад, что у нас появилось свое национальное телевидение, вот, которое работает заинтересованно. Подача материалов осуществляется регулярно, понятно для жителя Чувашии. Вот, поэтому смотрю с удовольствием. Врачи и учителя, чиновники, артисты, руководители предприятий и организаций – все они работают для людей и заинтересованы в том, чтобы информация об их работе доходила до потребителя в полном объеме и своевременно. Иначе даже самые благие намерения пропадут в туне. Ведь не зря же сказал кто-то из известных людей – ничто не существует реально, пока это не показали по телевидению. Мы гордимся тем, что за 5 лет удалось выстроить крепкие партнерские отношения. Ваша работа является одним из элементов культурной политики в Чувашской республике, и вы вносите в эту часть политики весомый вклад. Для нас очень важно, что вот вы в ваших программах, иногда совместных программах с торгово-промышленной палатой, да, пытаетесь показать, что экономика живет, развивается, несмотря на проблемы, показать, что предпринимательство разное, что есть очень хорошая часть предпринимательства, которая социально ответственная часть предпринимательства. Вот я думаю, вот это как раз и есть роль телевидения, и если дальше она будет расти, если она будет, кстати, эта роль повышаться, то мы будем очень рады этому. Ваше становление совпало непосредственно изменениями в пенсионной системе, которые ожидало население. И нам важно было сотрудничать каждой организации, которая может достоверную информацию довести до населения. И очень отрадно, что у нас общее дело получилось. Мы сериями выпускали радиопередачи, постоянно у вас бывали на прямых эфирах. Вы к нам приходили на пресс-конференции. И вот население наше могло увидеть и услышать круглосуточно нашу информацию. Много добрых слов прозвучало сегодня в наш адрес. Мы благодарим всех, кто был и остается рядом с нами все эти годы, и прежде всего вас, дорогие телезрители. 5 лет – это совсем немного. 5 лет – это хороший устойчивый старт, с которого можно начать бег на длинную дистанцию.